я помню, сегодня-завтра. У вас там? Так снег был первый в конце сентября, но потом растаял. Тут что, два дня, наверное. Теплый, экстремальный теплый октябрь. Ну, мы давно, мы еще в прошлом году собирались в Грузии. Вот, наконец-то. Ну, кстати, плюс то, что закрыли. Мы в Баку не поехали, мы обратно через Ереван. То есть, получается, три города увидели. Да, одним разом. Вообще. Вправо повернем, в эту сторону, я тебе направо. А на него есть восхождение, да, на Казбек? Один А нет, они уехали за нами, это от нас. Вот они как раз сейчас, да. Они потом подъедут у нас. Да. Я сверху посмотрел. И такого ракурса не видел. Да. Да. Для подруги давай, говорит, тоже. Нет, боюсь, не хочу. Там видео а может и нет, просто скажет, вот я тоже. Вот говорит, когда дочке исполнится 18 лет, тогда как полетим. Вот хорошо. А это горнолыжка, да, вот это? А это тоже, да, мы делаем, вот, если справа посмотришь, вот там апарт-отель, видишь? Квартира продается. Знакомых много приезжает сюда, вот, ну вот до закрытия. Каждый год один ездит, любит в нем покататься. Хорошо, хорошо. Если один раз приеду, то надо где-то. Малаях что-то, говорит, повысили вот с этого года, да, не восхождение? Повысили что? Цену на восхождение. $10,000 стало восхождение. Ну, взнос. Да вроде было, ты уже на 8000 выше 8? Нет, не на 8000, а просто восхождение. Это не дают, слушай. Это именно туда им оплата, как пошлина. Ну вот. А ты уже не контролируешь, как обычно там просто. Чтобы уменьшить количество, видимо, желающих. Там обычно. В России где больше, но главное контролировать людей. Спасибо. Гудаури, Грузия, Анатолий и Петр. Петр. Полетали. Без слов.
Летайте с профессионалами, с кооперативами. Летайте все. Здорово. Бронируйте онлайн. Будем рады. Пока.